Узор накладные пышные столбики. Этот узор очень простой, раппорт у него всего 2 петли. Я вам его покажу без схемы. Но, в общем-то, он очень и очень простой. Для того, чтобы вам показать этот узорчик, я набрала цепочку, и в первом ряду у меня 10 столбиков без накида. Теперь делаю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Поворачиваюсь, первый столбик пропущу, на втором столбик с одним накидом. А теперь, собственно, сам узор. Пропускаем один столбик, вяжем столбик с накидом. А вот на пропущенном столбике мы вяжем пышный столбик, при этом столбик с накидом уходит внутрь этого пышного столбика, таким вот образом, вокруг набираем петельки. Вытяну 3 раза, вытягивать высоко здесь не нужно, то есть такой вот низенький столбик. Я предпочитаю столбики с закрепом, вот его я и свяжу. Это один раппорт. Следующий раппорт, также пропускаем один столбик, вяжем столбик с накидом, а на пропущенном пышный столбик. Вытягиваю. Я вытягиваю 3 раза, можно больше, если вы хотите больше пышности. Следующий раппорт точно так же. Столбик с одним накидом и пышный столбик на пропущенном столбике. 1, 2, 3. Столбик с закрепом. И здесь у меня в конце будут просто 2 столбика с одним накидом. Так сказать, оформление края. Вот такой вот первый рядочек. Все, это у нас четный ряд, а все нечетные вяжутся просто столбиками без накида. На каждом столбике и на столбике с накидом, и на пышном вяжем столбик без накида. До конца ряда. Последний столбик вяжем на третьей петле подъема, чтобы не было тут отверстий. Следующий ряд вяжем точно так же, как вот ряд с пышными столбиками. 3 воздушных петли, поворачиваемся. Пропускаем один столбик, столбик с накидом. Дальше вяжем точно так же. Пропускаем столбик, столбик с накидом. На пропущенном пышный. И так повторяем вот эти вот 2 ряда. То есть ряд столбиков без накида и ряд с такими наклонными пышными столбиками. Все очень просто. Давайте посмотрим большой образец. Вот такой образец у меня получился. Он, естественно, пышные столбики, он такой объемный, уютненький. И может использоваться, в общем-то, ну, наверное, для шапочек хорошо. Для каких-то теплых вещей, может быть, снудов, ну, капюшончиков, ну, или каких-то очень теплых моделей одежды. Можно использовать вот ряды таких пышных столбиков, если вы вяжете, ну, простое полотно, там столбиками без накида или столбиками с накидом. То есть использовать, поскольку вот тут вот такой маленький раппорт, то есть использовать как вставку. Даже можно вот такими столбиками создавать какой-то рисуночек. Естественно, что при этом нужно вот чередовать ряды, допустим, если у вас будет гладкий участок, там чередуются ряды со столбиками без накида, столбиками с накидом, а вот, допустим, ну, вот как-то вот так вот сделать, грубо говоря, там треугольничек или какие-то фигуры, то есть используя вот это вот как клеточки такие, рисунка, тоже
Ну, это если вот вы вяжете какие-то детские пледы, там можно как-то это разнообразить. Вот такой вот несложный узорчик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!